Временки. Это бот? Один у меня в маленькой стройке. Бьёшь? Они все у меня. В помощи. Маленькая стройка, все тут у меня. Там, ты я вот прям... я у дырки. Блять, не надо гранаты, если ваши. Все. Убил их? Двоих или троих только. Прощаюсь под стройку. Калашин лежит. Вулкан у него был, я твою мать. Я может забрал, расхреначил. Вообще броник даже не трогал, походу, ему. Могу забрать тебя, пустой. Это у нас Йольнер как раз. Да-да. Может еще раз ДВЛ-ка сходить? На втором бот был обычно. Просто трр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 rr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 
Походу стоит уже в прицеле, меня ждет. Хитрить, злой. Был. Ай, блять, ослепил. Втором. А, вижу, кажись. Ближе к медичке часть. Да-да-да, вижу его. Блять. Взорвал его. Ты его взорвал. Найс. Я то ли ему руку подстрелил, то ли что, я не понял. Должен был попасть, но как будто не попал. Еще один. Там же? Комнатушка одиночная. Первый этаж? Убил меня. Да, первый этаж. О, да. Просто стоял где-то в ней. Бегу туда тоже. Не-не-не, сейчас разберемся. Вектор не сразу начал стрелять. Ержан. Ержан? Ержан? Ержан. Ержан Блэйб ТТВ. Ержан, проснись. Вставай. На работу пора. Нет, моего попадания или нет. А, есть кровь, я попал по нему. Просто реально куда-то в руку, походу. Да. А, нет, бегают. Один минус. Одного убил. Вот, а ты? Так за какой бочкой? За заправкой? Я же за огнеопасной бочкой сказал. Бил. Захожу внутрь заправки. Он убил тебя, что ли? Нет. Да,
Так, еще одно взорвал, что ли? Чешо. Сюда. Сидел в коморке? Да, в коморке сидел, ждал. В коморке, что за актовым залом. Все, я думаю, тут. Здесь ансамбль, короче, у них разложил. Надо лутать. Так, сейчас у меня тут добро лежит. Так. Все. Был тоже хороший. Бегаю. Что? А звука можно? Убил одного у магаза. Чем он был? Блять, я убил его с эмкой. Сейчас магазин вытащу. Ничего не говорите, чат. Лучше ничего не говорите. Вроде попал ему одну плюшечку. О, а там его встретили. Ой, бедный. Прям на мою гранату вышел. Блин. А где еще? Да, есть человек вот там. Крадется. Давай, хэд. Нормально левелы, кстати, 30-е. Ну вот один только 11-й. Ой, сидят! Целая армия сидит. И слева, и справа, повсюду. Мэтт, я убегаю. Убегай. Там и слева, и справа типов миллионы просто сидит. Армия, говорит, сидит. Да, блядь, слева двое, и справа. Они повсюду просто сидели, Мэтт, я тебе говорю. Хорошие сервера, кстати, да. Минус один. Я в перезарядку ушел. Смотри, смотри лестницу, смотри лестницу, смотри лестницу. Они могут подпушивать. Пизда, поднимаюсь. Подпушивают, проверяй. Подпушивают, да? Прям топ вот стоит, как подпушивают. Так, слева у туалета есть крыса, вот тут. Минус. По 90, Мэтт. Разменивай меня. Уходи. Разменивай. Ой, я умер за с этим. На спуске. Да. Ты никнейм у него не вспомнишь? Все, пизда ему. Ух, блять! Сюда. Где он был? Дор, он даже не пикнул, блять. Ну русские же сидят, а? Персюки, бля. Не стыдно им, блин, сидеть? Да, да. У каждого с собой, типа, баночка тушенки. И бутылочка воды. Потом заходят ко мне в комментах и говорят, что Тарков это не шутер. Чел.
Маленький левел, скорее всего, 9. Блин, к этому дал. Он в алтыне, что ли? Почему ему 3 хеда не пробил? Что у тебя за каска, чел? Хорошая каска. Ну там. Давай, смещенку уже. Бежи по дороге к общагам. Там контейнер проходит. Уверен, что меченку? Одного убил. Откуда ведь? Сзади у нас. Угра, да. Еще раз. Угра, по-моему, пришли. Угра. Там что-то очень странное сюда было, если честно. Он вдоль здания у нас бегает, у трёхи. Убил одного. Я у трёхи, вдоль здания. Ты за трёхой, да? Да. Они ближе к автобусной или к холм. Ты убивал на каком? На третьем. А я твоя, да? Хорошо. Не он, да? Явно. Не-не-не. У платника, у платника. Блять, не вижу его. Да, он и тут. Справа, по-моему. Да-да-да, справа в кустах. Нет, слева, слева от машины где-то. Убил. А, вот. Как бы он выходил. Да, он собрал это, он типа. Денежный кейс тут был у них. Сюда. Как он зовут? USSR Gunster. Ага. Ну да, вот витовская. Волына. У него еще 2 ствола с собой лютейших. Ра. Да, вот этого он забрал жетончик. Ну там тоже USSR, значит, был, скорее всего. Да, он прям это. Прям в коридоре у этого, у торта. Убил? Наверху еще кто-то. Противник, противник. На улице, да? На улице, да. Мы у двушки, мы не бегаем. А где ты сказал бежит? А, у тебя там. Это. Кто у танка? Глубокая. Двое. Одного убил? Дал гранату. Тебе один пушит, синяя сумка. Да. Ху-ху-ху-ху. Твою мать. Видите, они мне сейчас лицо поломали просто. Хотя, думаю, не совсем больше. Да. Пишка, там не прям. Живот, где минус 2 руки. 12, да, маленький. Три топориста, вы что? Три топориста, блядь, чат. Вам еще надо какое-то подтверждение, что резерв говно?
50 уровень. Ну, видимо, денег нет у человека. Только начал играть, видимо, человек 50 уровня, блин, бегает топористом по резерву. 39-й, 29-й. Сейчас скажите вот свое мнение. Ну, это будет интересно людям или нет? Вот есть рекрент, такой стример, да, товарищ, как бы киберспортсмен. Ля, ты смотри, 95-й зарядил. И ля, что делается? Он, короче говоря, ну типа, у него раньше была приписка у никнейма. Ты гашники нашел, что ли? Типа Лойс. Да. И то есть его зрители как бы делали такую же приписку себе перед никнеймом. И можно было понять, что человек, которого он встретил, этот человек его как бы подписчик. Я бы думаю, может быть, тоже сделать типа такой приписки. Тройка. И понятно. Зрители, ну вы, могли бы при желании себе эту приписку ставить перед никнеймом. И мы бы знали, допустим, когда вы нас убили или мы вас убили, что типа, ну как бы свой человек, так сказать. Я как такая тема вам интересна, думаете, будет, а? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.